На этот раз у меня поход по магазину «Детский мир». Вот. Огромный магазин «Детского мира». Здесь вот типа битвы роботов у них проходят. Дети тренируются. И кому понравится, они покупают свои игрушки. Ну вот так это в принципе все происходит. Вот тут всякие модели рекламируются новые. Такие вот роботы всякие тут. Всякая фигня. Короче. В принципе, кому нравятся битвы роботов, вот они могут их купить. В принципе, в среднем за штуку йен продаются. Вот за штуку. Есть за три. За три или за две. Смотря какой. Такие вот разные роботы. И тут, короче, куча детей ходят, играют. Вот. А после, когда они уже тут покупали, наигрались, они выходят вот так вот в коридор сюда вот и веселятся со своими игрушками. Ну вот и все.